основная задача этого маршрута, вернее сложность, это вот пройти вот это место, где идет сброс воды, получается, вода сбрасывается, и вот эти капельки все, они собираются вот на вот этой скале. И получается, что вы попадаете под нормальный хороший дождь. Даже вот хочу, чтобы вы обратили внимание на эту скалу. Скала, она вся как в Ирландии, заросшая. То есть тут постоянно влага, и то есть это очень хорошо влияет на то, что ничего не выгорает, и все растения растут. Ладно. Пройдя вот это препятствие, вы попадаете в сухое уже место. И отсюда начинаются уже тоже хорошие виды. Сейчас пойдем посмотрим. Еще один сброс воды. Очень хороший, такой красивый. Мне он нравится. Вот он вдали. Все, идем туда. Конечно, шум очень сильный, но этот сброс воды идет везде. Смотрите, какая красота. И что приятное ждет, здесь очень хорошие рощи инжира. То есть в сентябре можно будет хорошо собирать инжир. Вот. Ну, сейчас дальше пойдем. Дальше. Прогуливаясь в ущелье, можно полакомиться тут ежевикой. Тут очень много. То есть все натурально.
надо быть супер аккуратным. Нужно и провалиться в таких заброшенных местах. Сегодня погодка радует. Солнца нет в августе. В Испании это подарок. Обязательно посетить это ущелье, я вам очень рекомендую. Ну, если возникнут у вас вопросы, пожалуйста, задавайте мне их, я их отвечу на эти вопросы в комментариях. Ну, всего хорошего, кто посмотрел, большое спасибо. Всех благ, до встречи.